резко обвалился асфальт в начале улицы Шила. А потом начал уже и дальше по улице обваливаться асфальт. Прямо громадными кусками. Сразу начали обваливаться где-то метров на 5 глубину ямы. Вымыло все там. Без воды остались. Начинает асфальт трескаться возле домов. На гараже появились трещины. Потому что они долбают этим. Вот это. Бьют, да, это, я не знаю, как колотушка это. И оно начинает. Там впереди, там возле столба уже метр остался, и яма начинается. И столб, да, столб со света может туда уже упасть, тогда еще и без света останемся. Сказали, в течение 3 месяцев сделают. Ну тут и не пахнет 3 месяцами. Потому что каждый день они заливают. 28 марта в городе Таганроге введена ЧС, связанная с тем, что на участке от улицы Ломоносова до улицы Транспортная по улице Шила прошло обрушение коллектора диаметром 1500 мм. Это самотечный коллектор восточный. Сама протяженность коллектора 9,5 км. Обрушение произошло на 2 участках, на первом, как я уже рассказал, и второй участок от 23-го переулка по улице, до улицы Ейской. Значит, ситуация развивается таким образом. Водоканал приступил к подъему разрушенных конструкций. На сегодняшний день они производят работы по ликвидации. При этом надо сказать, что услуга по водоснабжению горожан не прекращается, ограничения по этой услуге нет. Значит, нами были приняты все меры для того, чтобы в зоне обрушения не пострадали население, люди. У нас есть опасения, что идет просадка, поэтому мы ввели постановление об изменении движения ограничений. В ближайший день, 2-3, мы приступим, сейчас туда приходит техника, срочным образом будем менять под этим участком трубу, прокладывать, ну, соответственно, запустим движение как можно.